поднимаемся 1000 метров над уровнем моря в обсерваторию. 2000. Макс за рулем. Мы едем, едем и едем. Что-то не стартанули. Дорога в обсерваторию, Архыз. Сейчас с высоты будем показывать. Немножечко уши закладывает, но я стараюсь применять способ. Вот так делать надо. Если кто в самолете летит, тоже так надо. Макс уже привык. Он местный житель. Вот они, эти знаменитые горы Архыз. Вот вы видите это своими глазами. Вот, смотрите, какая красотища открывается нам. Архызское ущелье, река Зеленчук внизу. Друзья мои, я добрался до этой местности. Я нахожусь здесь, в предвкушении этой красоты. Прозрачность воздуха, чистота. Ну, короче, я балдею. Здесь надо побывать. Посмотрите, как красиво. Хочется полететь на крыльях. Вот так, воспарить. Посмотрите, какая красота. Это наша с вами матушка Россия. Вот эти просторы. Всем отсюда большой привет. Я нахожусь, смотрите где, возле обсерватории. 2000 метров над уровнем моря. Вон, какая красота. Сколько, кто где находится, посмотрите, с каких километров я от вас. Если я еще не доехал до вас, то я обязательно доеду. И хочу напомнить всем, что мойте голову шампунем — лошадиная сила. Архызская обсерватория, я до нее добрался. Здесь люди смотрят космос, изучают соседние галактики, планеты.